Я хочу посмотреть больше. Я не знаю, где лежат старые фотографии. Ладно, ладно. Пап, ты вернулся? Здравствуйте, дядя. Пришли. Может, присядете? Не стоит. Нам пора. Братик, сегодня папин день рождения. Ты же можешь отпраздновать с нами? Верно. Раз уж мы пришли, то можем и остаться. Мы так редко видимся. Почему бы тебе не поужинать вместе с нами? Я первый раз у вас дома. Будет грубо уйти вот так. К тому же у дяди день рождения. Давай останемся. Пожалуйста. Когда мама была жива, мы всегда праздновали дома все наши дни рождения. Но теперь дома стало так одиноко. После ужина мы уйдем. Чудесно! Братик, ты лучший! Шиюй, ты меня обманула. Совсем нет. Братик, идем, я тебе кое-что покажу. Свежий сок. Попробуй. Новый рецепт. Значит, это тут ты провел все свое детство? Так чисто? Наверное, твой папа ждет твоего возвращения. Сегодня я остался ради тебя и памяти моей матери. Так что, пожалуйста, не проси меня о большем. Тогда мне есть чем гордиться. Не думай, что я не догадался. Ты знала о притворстве Фан Шиюй. Вы обе мне солгали. За это я с тобой еще поквитаюсь. Тогда? Тогда пойдешь к отцу поговорить о таблетках? Он сейчас в кабинете один. Может быть, он ждет твоего прихода? Если бы он хотел этого, то сказал бы прямо. Я же сказал, не проси меня о большем. Это твоя детская фотография? Такой милашка. Покажешь мне свои фотографии? Это же небольшая просьба, да? Ты еще не насмотрелась? Одна фоточка? Я хочу посмотреть больше. Я не знаю, где лежат старые фотографии. Ладно, ладно. Пойду поищу их. Суп уже почти готов. Скоро будем ужинать. Почему ты такая добрая? Ты же гостья. Зачем тебе возиться у плиты? А что такого? Фан Шиюй любит, как я готовлю. К тому же, когда кто-то хвалит мою готовку, я счастлива. Я бы хотела сегодня впечатлить твоего отца. Я начинаю жалеть, что согласился остаться. Ты даже к Шиюй ревнуешь. Добавлю побольше уксуса, чтобы ты мог насладиться вкусом. Позову, когда закончу.